Сегодня Управление Роспотребнадзора рекомендует воздержаться от употребления в питьевых целях воды из родников Кирова. Где качество воды вызывает опасения, а где вода соответствует показателям, выясняла Милана Поварницына. Многие почему-то думают, что родниковая вода не может быть вредной и грязной, и поэтому зачастую жители города предпочитают ее водопроводной воде. Управлением Роспотребнадзора по Кировской области организовано регулярное проведение лабораторных исследований качества воды в родниках города Кирова. Это у Трифонова монастыря, в парке имени Сергея Мироновича Кирова, у Диорамы, в районе профилактории Авитек, в поселке Порошино, в районе Нового моста через Вятку, вблизи жилых домов номер 14-18 по второму Курскому переулку. Результаты исследований показали, что вода в самых популярных источниках города не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Например, вода в роднике у Диорамы обладает высокой токсичностью, так как в ней превышено содержание нитратов в 50 раз, аммония, кремния и кишечной палочки. Она становится грязной из-за воздействия техногенных факторов. Родник на улице Герцена во овраге между улицами Ленина и Большевиков тоже не лучшее место для забора воды. Ольга Ильинская – частый гость у этого источника. Она живет в старом доме, и перебои с водой для жителей – не редкость. Но Ольга Ильинская относится к числу просвещенных посетителей. Говорят, что нельзя ей пользоваться в питьевых-то целях. Ну и приготовить пищу тоже знают. Это просто, видите, для стирки, мыть посуду, прибираться. А когда отремонтируют, еще неизвестно. А вот у святого источника, который находится на территории Успенского Трифонова монастыря, каждый день выстраиваются очереди за водой. Многие приезжают даже из других городов. По преданию, в этом месте преподобному Трифону явилась Матерь Божия, и он выкопал здесь колодец. Но качество воды в источнике не соответствует микробиологическим показателям. Также в ней превышено содержание нитратов. Верующих это не останавливает. Но святая вода – это святая вода. Что тут еще можно сказать? Просто она в априори принимает, что все, что идет от святых, все полезно для души. И все имеет какую-то вот сильную благодатную силу. Если вы решили взять воду в роднике, лучше перестрахуйтесь. Не используйте ее в пищевых целях. Либо берите только там, где уверены в качестве воды. Например, в Порошино. В этом роднике течет артезианская вода, и ее качество соответствует всем микробиологическим и санитарно-химическим показателям, поэтому ее можно спокойно пить. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.